сеет гречку с протом. Вот и ты. Как все прошло с Равиком? Карта с Наталисом у меня. Ну вот и ладушки. Сейчас только обнесем Цезаря Бильзана и домой. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту? Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в повис. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фрингиньи. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка махакамского спирта. Спиртной дух отечества для иммигранта значит все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. Три стопки, и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распевая при этом про трех девиц из Викулара. Что это за коллекция? Никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Живой? Цезарь Бильзан! Еще помнишь спор о том, кто король Понтера? Король Понтера — щука! Ну вот, видишь, а я пришел тебя убеждать, что сом, и притом не с пустыми руками. А это кто? Это Геральт. А Геральт рыбу ловит? Да, в прошлый раз я поймал на червя такого окуня. В Понтере? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было, как тимьянчик с говном. Цыц! Взял я прошлым разом? Геральт, а ты что скажешь? Как, по-твоему, судачок на вкус? Прошлым разом не говорят. Кого ты ко мне привел, Кивай? Какого-то долбанного чистоплюля? А ты слышал, Бильзан, что Виба Батильда недавно молодую щуку на горох поймал? Да брешет, как всегда. Понтерские щуки не такие дурные, чтоб на его тухлый горох кидаться. Они только на живца берут. Или на червя, но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну, не знаю. Геральт, а вот вы там в Каэр-Морхене на что ловите? Моих бомбами. О, это как так? Бильзан, шуток не понимаешь, что ли? Шутка, правда, говёная. Геральт, метнись, принеси ещё бутылочку. Через минуту. Живо! Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберёшься с одной бутылки?
Ладно, иду. Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Помнишь, что было в последний раз? Ну и что было? Не надо было так. Этот наш вроде бы прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Треугольное отверстие в стене. Интересно. Потайная дверь за книжным шкафом. Классика. Сервиз, с которого император Мгыр ел во время коронационных торжеств. Кинжал Ватье Дорридо. Ожерелье Асире Варанагыт. Интересно, настоящее? Полный доспех 7-й Дайрлянской бригады. В идеальном состоянии. Черепа Ахима Деветта. Мрачноватая коллекция. Веревка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Статуэтка. Человек. Его не вырезали, но создали с помощью магии. Жаль, нельзя расспросить об этом Трис. Вот и Френгилия. Как долги выбивать? Золтан, пора собираться. Ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзен. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливайте отсюда. Оставьте его в покое. За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно. Ну, вперед! Не торчать же нам тут целый день. Да, сука! Ну, конечно, сука. Кто лишил? Спасибо. Придется мне с Тесаком еще объясняться. Лучше в письме. Верно. Пойду собирать вещи. Ну, удачи. Бывай. Эх, доброе у тебя сердце, Геральт. Однако неплохо ты уделал последнего. Аж по стенам брызнул.
Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильфгардские доспехи, портрет Ингира, черепа Ахима де Ветта, кинжал Ватье де Ридо, веревка, на которой повесили Скеллена. Хо-хо-хо, ну и ну. Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы заплатил. Некоторых такие вещи возбуждают. Нет. Нет, так нет. Жалко. Еще я нашел статуэтку нильфгардского солдата. Она магическая, но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Точно. Занесу ей при случае. Все картоны, что теперь? Теперь мы загребем за них кучу денег. Пойдем. Надо побыстрее заканчивать с этим обменом. Опасаешься, что клиент передумает? Скорее уж я передумаю. У меня тут было столько желающих на эти карты, что я их перебирал, как красотка ухажеров. А клиент, он кто такой? Приятель приятеля. Я мало о нем знаю, но это кто-то вроде герцога. Ты меня знаешь, герцог. Любой нищий буквы складывает. Да дайте же мне все отдых успокоиться. Ну, жду не дождусь, как бы рассчитаться с королем. Ну, наконец-то. Труп уже остыть успел. Это что еще такое? Твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет. Примерно в такой последовательности. А теперь попрошу карты. Надеюсь, раздобыть их было не слишком трудно. Попробуй их забрать, узнаешь. Один? Я не такой глупый, как граф. Ты, наверное, это уже понял. За работу. Краснолюда попробуйте взять живьем. Мне с ним потолковать надо. Сейчас сделаем. Геральт, эта манда убегает с моими деньгами. Сука, с нашими деньгами. Догони, ублюдка, а я займусь остальными. Слева заходи. Слева! Не справишься! Геральт, давай за ним! Я все равно не поспею. Отсюда! Фукин сын выбил мне зуб! Что? Ничего не понимаю. В эту сторону! В эту дверь! Держи его! Эй, герцог! Ты не уйдешь! Не трать зря силы!
Оставь меня, долбанные утопцы. Тут бы пригодился ведьмак. Очень смешно. Если я отдам тебе деньги, ты оставишь меня в покое? Да, можешь уйти, если сумеешь. А какие у меня шансы с такими ранами? Небольшие. Прощай. И что? Догнал? Деньги у тебя? Да. А что с герцогом? Ты его прикончил? Нет, отпустил. Эх, надо было с тобой все-таки сходить. Ты же видел, как он на меня взъелся, а теперь совсем диким станет. Не думаю. Если он вдруг выберется из этой передряги, то, скорее всего, отойдет от дел. Ну, Геральт, ты что предпочитаешь? Деньги или карты? Без тебя я бы не справился, так что ты выбирай. Если хочешь наличные, не вопрос. Я за час найду другого покупателя. Я бы, пожалуй, взял карты. И очень хорошо. Тогда я сразу могу идти с деньгами к королю нищих. Вот он удивится. Удачи. Спасибо, Геральт. И помни, Сом — король Понтера. Золтан? Да! Спасибо за беседу. До свидания. Возьму тебя белые, как у сына мельника.
Только не это. Умер он давно, зараза. Охотники меня опередили. Интересно, что это? Тимерцы трусы за Понтор драпанули вместо того, чтобы родину защищать. Да, кавалер. Я буду за тобой приглядывать, Белоголовый. Незнание не освобождает от ответственности. Вечный огонь, сохрани! Что? Что освобождает? Огонь! Только огонь! Я могу заплатить! У меня в банке! Заплатим! Скоро! Пока помолчи! Тебе чего?
Милости прошу. Вечный огонь, сохрани! Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Ведьмак, а на том, чтоб чудовищ убивать, можно заработать? Пам-парам! Пам-парам! А? Эй, ты! А он? Есть порядок. Только у меня кафтаны по последней моде. Выглядит как мы. Жрать охота. Судари, ведьмаки, помогите мужней жене в нужде. Сил нет. В чем дело? У меня в доме что-то завелось. Воет, цепями гремит, тарелками швыряется. Аж страх войти. Уж вы проверьте, что за призрак меня навестил. А я золота не пожалею. Морок? Планетник? Ну ладно, я посмотрю. Премного благодарю. Идите за мной. Покажу вам дорогу к дому. Что шары выкатил? Стоит у тебя? Ну хорошо. Так, вот и наши. Не люблю, когда меня обманывают. Обманывают? Я же только сказала, что в доме что-то завелось. Я же не знала, что это охотники. Да, зато охотники отлично знали, кого они ждут. Это скверно пахнет. Ну, хорошо. Может, я и не все сказала. Да и золота у меня нет, чтобы вас вознаградить. Но это не значит, что вы уйдете с пустыми руками. Вот, ключ к сокровищу.
Один из трех. Охотники наведут вас на след остальных. А мне нужно бежать как можно скорее. Вы покупаете или нет? А, многое можно узнать. Миллион, взять миллион. Выходит, не надо ли тебе чего, мастер? Кажется, я чем-то отравился. Только не это. Этот дом, он всегда такой кривой был. Вечный огонь на стране. Ну и так. Эй, эй!
глазам твоим видно, что на собственную тебя кровь. Чем могу служить? Ты все еще хочешь меня обыграть? Если только вы еще хотите проиграть. Я от гвинта не отказываюсь. Так давай играть. Может, на уникальную карту? Почему нет? Что-то не припомню, когда так позорно проигрывал. Карта ваша. Ты сделал все возможное. У кого еще могут быть интересные карты? Есть, к примеру, маркиза Серенити. Она об этом не распространяется, но у нее одна из лучших колод в городе. И играет она превосходно. Я знаю, о чем говорю. Thank you.
надо ли тебе чего, мастер? Знаешь, Менге. Ну не знаешь, так скоро узнаешь. Вино отстегни, тесаку отстегни. Как тут дела? Геральт, здравствуй, мой дорогой. Ну, подойди ко мне, не стесняйся. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Прошу наверх. Геральт, укротитель чудовищ, не хочешь ли меня укротить? Тебе девочку? Все дороги ведут в Пассифлору. И снова здравствуйте. Как взгляну на тебя, начинаю жалеть, что я отошла от дел. Интересно, ты играешь в гринд? Конечно. Только на высокие ставки, разумеется. В сущности, без риска эта игра была бы чудовищно скучна. Хочешь сыграть партию? Да. Пожалуй.
Не понимаю, как это можно проиграть. Что ж, карта теперь твоя. Не знаешь, с кем бы мне еще сыграть на редкие карты? В Новиграде славится коллекция Сиги Ройвена. Ты просто обязан с ним сыграть. Вроде даже здесь, в вольном городе Новиграде, целый гарнизон расквартирует. Правда. Тебе обязательно повторять всю эту ерунду?